Добрый день, дорогие друзья, зрители моего канала и подписчики, с вами Икроша. Это прохождение замечательной игры под названием Tactic Wars. Друзья, давно слышали все замечательную игру, мы снова будем проходить вместе с вами, да. И сразу же напомню, что кому понравилось мое видео, кто хочет поддержать мой канал, подписывайтесь на него, друзья, да. А в прошлой серии у нас был просто эпический батл, друзья, где мы, конечно же, победили, да. У нас же два кристальчика есть и 89 баксов. Также я посмотрел, что мне откроется на пятом левелапе. А на пятом левелапе мне откроются наконец-то эти вот пушки, которые уже можно будет оборудовать нашу базу. Босс нам пока не открыт. Но мы там, наверное, не сможем его сделать. Также у меня еще вроде бы один ништячок должен быть этот открыт. Да, вот он. Типа, сейчас почитаем. Повышает уровень защиты каждой территории на 5 очков. То есть очень-очень неплохо. И давайте начнем в бой, друзья. В бой и посмотрим, что же там нас ожидает. 7, 5, 10, 6, 9. Давайте на 5 нападем. Надеюсь, он не будет таким тяжелым, как те были. Да, а может быть и будет, друзья. Ему уже открыты вот эти вот все пушки. Давайте в бой. Чтобы получить хорошую оценку, избегайте потерь. Так, отлично. Есть. Блин, уже есть потери, друзья. Одного бойца мы потеряли. Так, тут нам не пройти. А, мы пока не можем достать до них. Ну что же, тогда возвратимся и будем нападать на их базу. Больше нам ничего не остается. Отлично, так. Есть у нас ребята. Посмотрим, откуда они будут идти. Отлично, отлично. Давайте сразу выставляем, это покупаем. Ну, забираем, то есть. Так, давайте быстро вот так вот выставляем. Так, бой. Отлично. Отлично. Так. Собираем наших ребят. Зря, конечно, я это сделал. Отлично, есть ачивочка, есть еще одна карта. Так. Отлично, есть еще одна карта. Давайте возьмем вот этих еще ребят. Отлично, есть. Отлично. Готовы, парни. Так. Пока не будем брать это.
эту штуку. Так, возьмем ее примерно вот здесь. Вот давайте вот так вот расположим наших парней. Отлично. Так. И вот этих надо тоже выхлестнуть. Чтобы максимум просто огня получилось вот здесь вот. Заберем наших ребят. Установим просто, наверное, по периметру. Да, периметр офигенно прямой получился. Так, посмотрим, где они сейчас будут. Откуда пойдут. Так, давайте установим. Отлично, отлично. Так, не-не-не, парни, стойте здесь. Есть, есть. Одного у нас уже двоих где-то убили. Так. Отлично, победа, друзья, мы это сделали. Ну, пятый уровень у нее был. Много бойцов мы сохранили. Может быть, дадут побольше филок, побольше ачивочек. Ну, Б, неплохо. Где-то двоих или троих, что ли, мы потеряли. Триумфальное возвращение Кроша. Ну да. На базу нападение произошло, друзья. Отлично, давайте вот это все будем открывать. Да, вот наши все ачивочки. Лечение фортуны. Гатлинги. Тут вообще вроде бы ничего нету у нас. Ну да, ничего нету. На нас было совершено нападение, друзья. И Фионла проиграла, друзья, нам. Да, надеюсь, правильно я произнес 2 минуты назад. А это что такое? А, это видно, как она проходила. Так. Ну, вроде бы она сейчас побеждает. А, это мы пора, у нас поражение. Ну ничего, ничего. У нас оборона пока слабенькая. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Есть опыт. Прекрасно. Еще опыт. Замечательно. У вас новое достижение. Отлично, друзья. Пятый уровень, друзья. Пятый уровень. Сейчас мы уже сможем открыть что-нибудь. Левел 6. Ну, круто, друзья.
Это что такое? Ежедневные миссии, друзья. Теперь вы можете выполнять ежедневные миссии. Каждый день вам будут предложены три миссии разного уровня сложности. Завершение этой миссии за отведенное время и награда у вас в кармане. Угу. Так, ну это, друзья, вот эти миссии мы будем проходить уже в следующей серии. А тут мы в этой серии просто закупимся сейчас чем-нибудь. В принципе, денежек у нас должно хватить. Так. Ну, я понял, понял. Так, давайте посмотрим. Я вот это вот хочу по-любому взять. Четвертый, так. На шестой уровень. Резкий, причем как-то так он поднялся у нас. Вот это что такое? Ага, ну да, это бесплатно. А бесплатное мы все берем. Вот это если хватит нам филок, друзья. Потому что вот здесь вот у нас, где открыты все ништяки. То есть вот здесь 50, где-то 90. То есть мы все не сможем открыть. Вот это мины, гейзеры. Гейзеры, я думаю, самые опасные, не то что мины. Так что я вот это по-любому открываю. Разблокировать, конечно же. Осталось у нас 47, но мы сможем все купить, например, гейзеры. Что они делают вообще? Повышает скорость извержения гейзера на 25%. А, например, бомбы. Время детонации вашей мины. Вот это вот интересно, конечно. Если подойти близко, то не успеет отвести, как бы. А гейзеры видно. Давайте возьмем лучше вот это, разблокируем. Отлично, у нас сейчас нету филок. У нас есть 7, а там где-то до той где-то 10 надо, да? А нет, 5 мы можем разблокировать. Давайте тоже разблокируем. Почему бы и нет? Филки мы всегда сможем набить. Так что это не проблема. Так что вот это достижение мы откроем чуть попозже. И давайте вот это все восстановим. Так. А, у нас больше нету. Ну-ка. Давайте тогда берем наши бомбы. И уберем вот этого парня. Так, у нас еще какая-то ачивочка появилась. Почему бы ее сразу же не взять? Шестой левелап. Надо ее как-то так хорошо расположить, чтобы бомбы везде прям были. Так, давайте-ка вообще уберем всю оборону нашу. И попробуем ее заново потом, ну, как бы воссоздать, что ли. Если у нас, например, вот здесь вот будут пушки. Здесь, например, у нас будут вот такие вот ништяки. Еще 5 мы можем. 5. Вот это вот 15 уже. Мы уже гейзер не сможем, видите, воткнуть. Но мы сможем наш отряд воткнуть. То есть на максимум мы оборону свою сделали. Попробуем пока вот так вот оставить. Если что, потом поменяем просто и все. И на этом, наверное, закончим нашу серию. Серия получилась очень-очень продуктивной. В следующей серии мы попробуем выполнить все задания на этот период. И посмотрим.
Если вам интересны эти задания, мы их будем проходить. А если нет, мы просто будем идти просто тупо в атаку и зарабатывать филочки. Ну а я, наверное, с вами попрощаюсь. С вами был, друзья, Крош. Поддерживайте мой канал, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, комментируйте. И увидимся уже в следующей серии. До новых встреч, друзья. Пока-пока.